Приветствую вас, дорогие зрители, с вами снова Монг. Продолжаем прохождение метро Исход. Так, нам надо на дрезине поехать на разведку. Сейчас, секунду. По-моему, отличный план. Тогда я тоже попрошу всех. Ребята, не волнуйтесь. Я и так места себе не нахожу. Такой день испортила. Ань, да перестань ты. Все нормально. Накрутила себя из-за черта этого схемонтала. Думаю, это все же песок. В Москве я в пыльные бури не попадала. Совершенно верно. Мы, кстати, о том же говорили. Так, тост. Ребята, за вас. Просто будьте счастливы вместе. Так, ну ладно, вы тут отдыхайте, а я пошел. Так, 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 это кто там у нас? Да, кстати, Дамирка. Артём, я тут сказать тебе хотел, но все случая не было. Помнишь, Аня спрашивала, не хочу ли я остаться? Хотелось бы, конечно. Это же мой народ, хоть родственников я так и не встретил. Да и сволочь этой бандитской там еще много осталось. Но барон мертв. Теперь Гюль сможет повести народ за собой. Ведь люди увидели, что этих тварей можно бить. Можно и нужно. А дальше люди сами должны сражаться за свою свободу и завоевать ее своими руками, чтобы никогда и никому ее больше не отдавать. Но главное сделали мы. Ты сделал. Я этого не забуду, Артём. И надеюсь когда-нибудь отдать этот долг. Гепрокмет, брат. Спасибо, брат. Вы удивлены, да, что Дамирка с нами? Короче, секрет таков, что я за кадром быстренько пробежал опять этот вот барона, эту крепость. Короче, там надо было пару чувачков оглушить, где он женщину там затаскивал и где чувака там трубой хотел отфигачить. Вот, короче, я глушанул, и он остался, и это хорошо. Ну что, погнали? Мне трудно назвать себя религиозным человеком, но сейчас я прошу всех богов, пожалуйста, храните Аню, и пусть долина излечит ее недуг. А пока мы с Алешей едем в разведку. Мало ли, какие опасности таятся в этой долине. Хотя Алеша, по-моему, и правда считает, что там его ждут женщины. Если это действительно так, то лучшего компаньона для этой операции не придумаешь. Очень-очень, я бы сказал. А воздух какой, аж голова кружится. Никогда таких запахов не слышал. Таким недельку подышать не только Аня вылечится. У полковника ноги отрастут. А красотища-то какая. Повело пути. Весь склон, похоже, ползет потихоньку. Хоть бы нас выдержал. Так, надо на Аврору сообщить, чтоб по главной ветке на ГЭС шли. Аврора, это передовой дозор. Как слышите? Прием. Слышим вас хорошо. Прием. Товарищ полковник, эта ветка Аврору не выдержит. Идите по главной.
Ладно, план прежний. Рандеву на обед. Как там вообще? Прием. Вообще, товарищ полковник, тут просто отвал башки. Ане точно понравится. Прием. Отлично. Продолжайте разведку. Конец связи. Ну, значит, план такой. Сейчас в темпе до дамбы все проверяем и сигналим нашим, что приезжаем. А то посмотри, какая красотища. Хочется всем показать, скажи. Согласен. Красотища вообще обалденная просто. Опа. Опа. Ребята поймали твоего друга, но я-то вижу, что вы не бандиты. Так что выручу, если глупостей не наделаешь. Мне пора. Старайся не высовываться. Увидимся. Раз. А что, у нас ни оружия, нифига нету, да? Рюкзачок-то уплыл. Дитя леса, елки-палки. Блин, красота-то какая, а? Особенно, когда за окном зима до сих пор. О, арбалет. Спорт, блин, на шапке написано. Раньше, помните, лыжные шапки такие были? Прикольно. Угу. Что тут у нас? Мародеры, так будет с каждым. Нехило так. Но согласен, мародерство это плохо. Это совсем ни к чему. Ёшкин кот. О, болт. Насильник. Офигеть. Что тут за ужасы происходят? Кто там? Кто там лазит? Ёлки, как начинаю записывать, так нос чешется. Что за фигня? Ну, как назло, знаешь, закон подлости такой. Там ходит. Не надо меня пугать. Так, еще болт. Припаси. Ёшкин кот. Еще с ним сделали. В печь засунули. Тоже мародер.
86-й год. Да, было время. Было. Куда тут еще можно сходить? Знать бы, куда вообще идти, чтобы ничего не пропустить, прошарить, так сказать. А у меня карта-то хоть есть? О, карта есть. Ага. Что-то я себя не могу найти никак. ГЭС. Кто эта девушка? Она меня спасла, а я даже не знаю ее имени. Хотя благодарность за спасение пока отходит на второй план. Я потерял в реке все снаряжение. Радио испорчено, так что связаться с Авророй не получится. Пожалуй, сейчас лучше всего будет добраться до плотины, которую мы с Алешей должны были исследовать. Думаю, стоит держаться старой дороги. Угу. Возможно, так и есть. Черепушки, елки-палки. Дитя леса. Паутина, как обычно, везде, елки. Даже без нее-то. Как сгори нафиг. Вот, чья это фотка, интересно знать. Если кто знает, напишите в комментарии. Я ее второй раз уже встречаю. Первый раз я ее не заметил, заметил только когда запись просматривал сам свою. О, аэробика. Круто. Аэробика — это круто. Раньше популярно было. Опа. Еще фоточка в коллекцию. Какая-то старая церковь. Лето 89-го года. Так, ладно, пойдем дальше. Я так понял, нам туда, в те ворота надо идти. Туда прохода-то нету. Река так и где ему, интересно? Что за местность? Ну, то есть географическая местность. Блин, что за хрень? Записка на арбалетном болте. Бандит, это территория берегового братства. Убирайся или поплатишься жизнью, как остальные. Смерть чужакам. Вот это уже нехорошо. Детский лагерь Солнечный. Боже, ёкарный бабай, кто это там? Кого-то грызут. Пошёл нахер, падла! Спасибо, братуха! Развяжи то! Ты кто? Так, затянули, сука, я уже рук не чувствую. Ну чё материшься, гад? Смотри, не шали только. А, по гроб жизни помнить буду. Две хвали не видать. Да ладно, не за что. Меня эти козлы лесные волкам оставили, сука. Что-то я не припомню, из какого ты барака, братуха. Прикид у тебя крутой. Ты, главное, в одиночку к ним не лезь. Я лоханулся, видишь, что вышло? А, не, суки, прячутся так, я, мля, офигею. Проход разведал, обратно уже шел. Скрутили волки позорные. Бля, руки-ноги затекли. Кобздец просто. Я ща оклемаюсь и к пацанам двину. Надо все бригады идти, сука, тех лесных учить. Они нас отсюда точняк теперь ждать не будут. Всех порвем к херам, как тряпки. Слушай, братуха, ты все-таки с какого барака? Я вроде всех знаю. Ты с зоны вообще? Да слава богу, нет. Того. Даже если не из наших. Сука! Бля! Попал, как лошара. Короче, мне туда и надо идти так-то. Братву ждать. Давай, иди.
Иди уже на берег, жди братву. Я вот ты хреновый, видать, парень, но мне за тебя хорошее действие дали. А так-то ты, походу, это, козел еще тот. Бандит или кто-то там. Ну да ладно. Так, а здесь что, типа, можно несколькими путями пройти? А, ну да. И как же идти, там или здесь? Куколка висит. Пупс. Пупс. А пойдем тут, наверное. Все-таки не палиться, чтоб сильно. Это что тут? А мы здесь, наверное, не пройдем нифига. Или пройдем по бревну. Ага. Так, аккуратно, аккуратно. Не хочется туда шваркнуться. Нормально. Это что такое тут? За алтарь какой-то типа. Грибы эти зеленые везде растут. И под землей, и на земле. Везде. Так. Что нам встретится здесь? Болтов. Я так понял, здесь верстака не будет. Здесь у нас будет только арбалет. Что-то сдается мне такое. А что с Аней, интересно? У нее явно, мне кажется, не туберкулез. Наверное, все-таки в том подвале она надышалась этих ядовитых газов каких-то. Детский оздоровительный лагерь Солнечный. Внимание, территория охраняется. Да. Ну, сами прочитали, наверное, кем, да? Что тут у нас? Я вот в лагере ни разу не был. Что-то как-то не получилось у меня в детстве в лагерь съездить. Ленин. В лагере, говорят, весело было. Так. Туда нам не пройти. В этот дом можно пройти. Или можно здесь пройти? Нет, а я хочу туда пройти. Что там такое? Распорядок лагеря. Утро, вечер, подъем. Угу. Завтрак, уборка. Ну все стандартно. Письмо Ларисы. Здравствуй, Дедушка Мороз. Меня зовут Лариса, мне 8 лет, и я в этом году вела себя хорошо. Я не трусила, сама убила и освежевала двух оленей и ранила в ногу мародера. Честно-честно. Поэтому прошу тебя, подари мне на Новый год письмо от моих мамы и папы, потому что я очень за них волнуюсь, а больше мне ничего не надо. Маму с папой — это да, это самое главное в жизни. В детстве-то особенно. Пионерская комната. Что за фигня? Подходишь, оно резко стеряет. Размывается. Чё там было? Машинка швейная старая. По приколу. Как всё-таки нарисовано всё. Прикольно. О, мимимишка. Тут все медведи одинаковые, что ли? Что за рисунок? Непонятно, что нарисовано. У кого такой коверчик висел возле кровати? Ставьте лайк.
У меня висел с оленями. Так, что-то сохранилась игра. Видать, что-то будет. А фонарик-то хоть есть? О, фонарик есть. Что-то кто-то разговаривает. Еле слышно. Болты, интересно, не ломаются? Или ломаются? Некоторые. Ну, как это обычно бывает. Некоторые не ломаются, некоторые ломаются. Так, а как мне туда это пробраться? Я туда хочу зайти. Пошариться там. Там вон канат есть. Интересно, можно туда как-то залезть или нет? Да блин. Что за фигня, а? Здесь что? Здесь только окошко, в которое не пролезешь, конечно же. А как туда залезть? О, гриб. Пропустил. Грибочечек. Так, ну это дорога туда идет. Так, оттуда я пришел. Сюда не пробраться. Да, тут все завалено. Не, ну как-то же можно туда зайти. Наверное, там где-нибудь. Вова. Вова, ты уй. Какой Вова? Непонятно. Может, мы его еще встретим здесь, этого Вову? Наверное, какой-то плохой пионеришка, который пакости всем делает. Блин, ну жалко, что-то туда реально не пробраться. Оба! Эй, ты! А ну стоять! Стою я, стою. Это территория Берегового Братства. Зайдешь, и мы с тобой поиграем. И ты сдохнешь, тысячи чертей! Да! Так что давай ноги в руки и топай в другую сторону, понял? Наши уже одного чужака сегодня поймали, хватит с нас. А-а-а, застал! Вову, топай! Вы чё, блин? А куда топать-то, я чё-то не понял. Чё, и туда реально не пройти, да? Они меня кокнут. Ну-ка. Идите сюда. Базар есть. Вы куда смылись-то? О, блин, да их там дофига. Ладно, пойдем вниз сходим. Засал, блин. Я только вот рюкзак свой найду. И мы посмотрим, кто из нас засал. Понятно? Че тут череп, блин? Золото, типа череп. Хм. Ага, вот мы как сюда зашли. Библиотека. Библиотекарей, надеюсь, там нету. Злых и ужасных. В этой библиотеке. Везде куклы такие страшные, мрачные какие-то. Сверчки запели. Вечереет. Сколько время? Ну, конечно, 9 час уже. Так. Так, ладно, давай библиотеку обшарим. Потом дальше пойдем. И это, главное, ни у кого оружия нет. Заметили? Опа. Что тут, засада? Не. Магнитофон. Прошло 2 месяца. За детьми так никто и не приехал. Выхин и Туча не вернулись. Гессовцы должны были довести их до райцентра, но... Похоже, надо было просто запретить им ехать. Но тогда... Я тоже все еще надеялся на эвакуацию. Хотя, какая там эвакуация, если по радио одни помехи.
нас. Даже осанки нас не зацепили. По счетчику фон нормальный, даже под водосточными трубами. Ребята хорошо подготовлены. Не зря мы проводили столько времени в походах. Научить их охотиться будет несложно. У нас есть все самое необходимое, а остальное добудем сами. К черту сомнения. Будем решать проблемы по мере их поступления. В первую очередь выживание. Понятно. Все понятно. Выживание-то да. В первую очередь. Да стой, где чё? О, еще фоточка. Вообще классно. Что это за местность? Урал, наверное, какой-то. Что-то где-то там. Байкал ли? Да ну, какой Байкал они? Через Казахстан проехали. Байкал-то еще дальше. Нет, не Байкал. А где это, интересно? Так, я сюда зашел? Да-да-да. Я отсюда зашел. Не останавливайся про итаном. Ладно. Так, что у нас тут на чердаке? Так, кстати, там патроны подобрал, видать, это. Ружьишко-то мы свое возьмем. Опа. Опачки. Ну, тоже арбалет же, правильно? Только с прицелом. Ночного видения. Блин, вот ночное видение, оно нафиг мне как бы не надо. Ладно, пусть будет. Я же не буду все время здесь ночью шарахаться. Или обратно этот арбалет взять. Ага, блин, у меня сумки-то нету. Нужен он мне или нет? Мне не надо. Был бы просто прицел, было бы ништяк. А ночное видение, что-то нафиг не хочу. Так, что мы, если сюда упадем, ничего с нами не случится? Не, нормально. Лишь бы вылезти отсюда потом. Ага. А, ну понятно. Давай, Артемка. Выкарабкивайся. Все, здесь мы все обшарили. А, не. Ну все. Ух ты ж, блин, змеюка подколодная. Так. Что у нас тут? Доска, смерть. Труп какой-то синий весь. Ё-моё, чё тут столько трупов, а? Что здесь произошло? Змея, куда ты там ползла, гадина? Надеюсь, ты на меня не кинешься. Это ты? Ага. Видели уже. Уже видели такую надпись. Стены закрасили. Чувак, у тебя должны были быть эти припасы. Как тебя раскорячило тут. Ёлка. Так. Еще есть. Это нельзя почитать. Ё-моё, блин, нифига. Гадюка. Надюша, да пошла ты. Ты мне болт не хочешь отдать? О, ПНВ.
Не зря зашли в этот подвал. Отлично. Только сними пока. Блин, болт просрал. Да ладно, все, в этом подвале больше ничего нет, мне кажется. Да-да, я уже ухожу. Я ухожу уже, так что не надо мне фильтр менять. Снимаем противогаз. Пошли дальше. Так, мы оттуда пришли. Пойдем сюда. Надо почаще сохраняться. Мало ли чего. Я так понял, нам надо этих лесных товарищей обойти, да? Ну, короче, как-то надо пройти, чтобы они нас не застукали. О, блин, можно было на канатке туда фигануть. Но это было бы дерзко, наверное. Что, пойдем здесь. Слушай, я у тебя давно спросить хотел. Все эти ваши пиратские штуки и мертвецы эти на столбах, вы всерьез верите, что учитель этого хотел? Учитель хотел, чтобы мы защищались. Ну, не помогает же. Вон опять бандиты в деревне появились. Да еще наши чужака какого-то непонятного поймали. Забыли, значит, урок. Пора напомнить. Потому мы и в дозоре. Поймаем этих гадов, пару новых пугал сделаем. Надолго хватит. Ну, ладно, с бандитами ясно. Они такое у нас творили. Но новый чужак этот на бандитов не похож. Может, мимо проезжал? Был бы не похож, проезжал бы мимо. А тут на берег к нам выполз. Ну и значит, поработай пугалом. Чтобы другие стороной обходили. Ну, не знаю. Да не бандиты мы, чуваки. Вы чё, блин? Какие нафиг бандиты? Бандиты вон там. В лесу. А мы не бандиты. Как тебя глушануть? Или тебя обойти просто? Я сейчас я тебя тюкну, ты уж извини. Так. Больше ничего нету у тебя. Ой. Ой-ой-ой. Эти чуваки, кстати, опять с это не с фонарями, а с какими-то горелками на вместо фонариков. Так. Так, а тебя как? Заметят, нет? Мы костер разворошим. Стоит мне туда соваться-то вообще? Или нет? Опа. Опа-опа-опа-па. Ну, спасибо, хорошо. Блин, там еще один на него прям смотрит. Обойти надо. Сойдет. И за мяч сойдет. Так, меньше света, друзья. Ой. Ой. Нашумел я там. Наступил на что-то хрустящее. Ой, сколько вас тут, а? Ты где там, чувак? Как мне тебя вырубить, а? А, о. Нет никого. Вот и хорошо. Фу.
Никого, никого нету. Он удачно так за печку упал. Так, пошли теперь по твою душу. Ну, не по душу, конечно. Так просто. Поспишь, да и все. И проснешься потом целым и невредимым. Ну, маленько затылок поболит, ничего страшного. Не смертельно. Так, как к тебе подойти, Чиполлино? Что там? Стул? Или что это? Так, здесь уже похуже. Это тут сидит, если я его оглушу, те увидят. Еще тут стекла гадские. Тихо. О, ништяк с коллиматором. Неожиданно подобрал. Так, потихоньку, помаленьку. Прям сюда светит. Чудо, просто что он меня не увидел. Что случилось? Плохо тебе? Что случилось, говорит, плохо тебе? Да чуваки, все, успокойтесь, все нормально. Белки шалят, это белки. Не, так дело не пойдет. Они не поверили, что это белки шалят, к сожалению. Надо было подойти к нему сразу и его тоже глушануть. Я бы успел, наверное. Или подождать, пока этот уйдет. Пойти того глушануть. Ага. Че ты меня не увидишь? Ты ж слепошарый. Фонарик у тебя говно. Что за... Эй, что там такое? А ну-ка посмотрим. Скотина, блин. Да никого нету. Никого там нет. Блин, что-то так напряжно, капец. Прям это. Эх, сжимаюсь весь. От палева такого. Отдохни, чувак. Волки могут, они такие. Так, сзади надо обойти. Сзади надо обойти. Олька. Значит, ее Олька зовут. Ты один тут? Ага, блин, один. Ой!
Хоть бы польза была, а так... Да ты, гад, сюда идешь. Блин, там еще один, падла. Где твой арбалет? Болт мне не дашь? Чувак, иди оттуда, а. Интересно, сколько тут этих чудаков? Блин, заметил, гад. Пираты, вали его! Ничего, ничего. Сейчас разберемся с этими братишками, лесовикчиками. Блин, я там не сохранился, да? Лады. У меня уже 48 болтов. Уже не влазит. Красный уже. Так, батон, туши свет. Сохраняемся. Наверное, надо сначала туда пройти, того глушануть, а потом этого уже. Так, сейчас этот придет. Мы его нахлобучим здесь. Все. В следующий раз поешь еще. Там еще подвал есть. И чего тут торчать? Делать нечего, что ли? Нормально. Пока нормально. Так, ну чё? Ну и чего валять? Ах ты, гад, блин. Кто-то оттуда палит с той стороны. Ладно. Ладно, ладно, я вас понял. Эх, скукота. Скукота, блин. Вот тебе и скукота. Ну ж мне просто... Можно пройти вперед и все. Так оно, наверное, есть. Но мне интересно просто, что тут это. Короче, этот этого видит, а тот того, походу. И вон там еще хмырь. Пойдем сейчас его глушанем. Быстро они, блин. А, пираты! Волки, что ли, напасть могут? Если я этого долбану, тот увидит. Того долблю, этот видит. Может, пусть они тут и остаются, блин, просто пойти дальше. Давай, чувак, иди сюда, ты ж сюда подходил. Как их вырубить, а? Без палева. Тех-то точно не вырубишь, они на друг друга смотрят. А, там еще наверху. Да че, фиг с ними, наверное. Пойдем дальше, да и все. Че у меня? Не обязательно всех глушить. Прикольно, конечно, но не обязательно. Пойдем туда. Сейчас вниз сходим и наверх слазаем. Или сначала наверх, потом вниз. Не, сначала вниз, потом наверх. Посмотрим, что там интересного. Этот стоит, никуда не ходит, значит, он этого не должен заметить. Потом сейчас ночь закончится, и
будет палево. Так, что у вас тут есть, чувачки? Ага, выбить можно. А где они держат этого моего напарничка-то? О, блин, ну опять с ночным этим прицелом. Его только взять можно. Но у него что-то там это. А, три болта. Это ладно. Придется с этим ходить. С таким прицелом. Хотя он нафиг не нужен. Ночью еще ладно. Куда ни шло, а ну днем. Это вырви глаз называется. Интересно, сколько тут этих чужаков ходит? А то мало ли. Нормально тут этих чужаков ходит. Ой. Можно по лестнице залезть, а можно по лестнице пройти. А как лучше? А хрен его знает. О, здрасте. Вы здесь одни? А, чего? Тихо, тихо. Ребята там ходят. Они спать пошли. Что там? Вверх! Вы смотрите! Нифига, блин. Колокольчик позвонил. Типа, чуваки, я здесь. Бегите сюда. Блин. Вот это я лошара. Что-то не разглядел, что это. Ну сколько мне тут еще, а? Что-то колок. Это я даю, а. Давай, отдохни, браток. Ты в колокол больше не звоним. Ну вот подстава-то, а. Вот же ж подстава. Что тут есть еще? А, вот сюда бы я залез по лестнице. Нам-то дальше надо идти, по идее. Нам просто надо пройти их, и все. Я так понимаю. Да, вон туда по канатке, и все. Сейчас обшарим здесь верхний этаж еще. Посмотрим, что там есть. Пойдем. Надеюсь, пол не провалится. Так, 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 так. Что там у нас? Радио, по-моему. Ну, то есть рация. Шипит. Ответьте. Ого. Потеряли связь с вами. Что случилось? Мы выросли из этого лагеря, как выросли из детских игр, и теперь уходим в лес. Клянемся стать лучше, стать сильнее и выжить в новом мире. 147 подписей. Ёлочка, дорогой, ответь. Да как ответить-то, ёлки-палки, я подответил. Все, здесь больше ничего нету. Однако. Можно теперь туда ехать. А что там у нас? Фонарь какой-то. Это можно пешком пройти, а можно туда. Как поступить, а? Может, в том еще доме прошариться? Может, там что полезное найдем? Вот прям даже не знаю, правда. И интересно, блин, пошарить везде. И как бы надо ли оно? Ну,
давай сходим. Интересно, правда, что там. Вдруг что-нибудь такое найдем тоже полезное. В доме, в домишках в этих. Так, ворона кышет сюда. Какая разница, на канатке мы туда поедем или... Или понизу пройдем. Хотя, может, и есть разница, не знаю. Может быть, и есть. Так, здесь же нет никого. Ага. Нет никого, блин. Есть. Еще как есть. Так, как тебе пробраться, чувачок? Нифига, да их тут трое. Ну что вы мне предлагаете? Я не успею их троих вырубить. Убивать не хочу. Это кто? Бандиты, что ли? Блин, тут стекло. Кого тут ждете, а? Стоят, выжидают тут кого-то. Главное, не заметили, как я прошел. Это нонсенс. Так, ладно, чуваки. Просто арбалет. Просто арбалетус. Нету, поснимал я все ваши ловушки. Паутина, там ничего нет. Нет, еще ладно, надо, наверное, валить отсюда дальше. Там еще дом в начале был, по моему или не было, или я путаю. Так, можно... А, ну это мост, откуда я шел. Короче, ясно все. Так, там я всех снял часовых наверху. Они мне не должны запалить. Вот эти вот только троица осталась, которая... Пойдем. Уходим дальше. Сохраняемся. Так, здесь нам не пройти. Почему? Можно пройти, наверное. Или нельзя? Или на... По тросу надо фигачить. Не совсем понятно. Опа. Веселые летние деньки. Совсем веселые, блин. Ой, болт не могу вытащить. А, мне не влазит уже. Я слишком жадный. Чё, типа по болоту идти? Так, ну если чё, я сохранился там. Ага, по болоту, блин. Нифига. По канатке надо всё-таки. Так, а как мне теперь вылезти отсюда? Вот в чем вопрос. Я обратно не залезу уже. Блин. Вот это засада. Обходить, что ли, опять все? Да ну вы издеваетесь. Да. Однако. Да ладно. Полезли. Давай, давай.
Это, наверное, тут, судя по ролику, по трейлеру, это злой медведь будет или медвежих. Еще в колокольчик звякнуть и смотаться. Поехали. Счастливо оставаться, братишки лесные. О, экран белым моргнул. Я не понял, я что, повис? Да. Что происходит? Ой-ё. Нифига, блин. Вот это встреча. Жесть. Ты не спрячешься, блин. Куда она там за ними погналась? Так, живая рыба. Ладно, дорогие зрители, спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Монк. Встретимся в следующей серии. Всем пока-пока.